чтобы ружье не сдавало, сечек не давало сбоя. Мы его всегда промазываем. Осечек нет, добыча есть. За пару часов Сергею Слепцову случалось подстрелить десяток пернатых. Жаль, в Преамурье не водятся слоны. О крупном трофее мужчина мечтает с детства. К охоте приобщил отец. В 16 доверил ружье. Показал, как чистить и смазывать. Укладываем ружье, укладываем свои боеприпасы. Патронов за 50-дневный сезон уходит 300 штук, каждый по 18 рублей. Но денег не жалко. Как и на камуфляж. Его утка примет за траву. В ярком к ней на расстоянии выстрела не приблизишься. Ничего не забыли? Пора отправляться на охоту. Лучший компаньон для нее – спаниель. Сергей воспитывает уже 7-го. В поля Макса брали еще щенком. А он с испугу бывало убегал. Находил хозяин пса позже у гаража, уже смирившись с пропажей. За охотничью жизнь самых разных историй накопилось немало. Был старший брат. Ну, сейчас, конечно, его уже нету, умер. Ну и получилось, утки сели промеж нас. Но он вроде бы как бы старался, ну, чтобы ручье отводил, но все равно дробинка от воды. Ну, прилетела в глаз хорошо. Наискосок, ну, глаз целый остался, невредимый. У нас эта сторона разрешается охоты, та сторона дороги не разрешается, потому что это идет Березовский заказник. За охоту в заказнике можно лишиться 4000 рублей, но Сергей высматривает уток в других местах. Сидеть в кустах или скрадах, шалашах из сухой травы они могут долго. Вычислить помогает слух. Каждая утка, у нее свист по-своему. Когда она вот она летит, налетает к воде, ну, к воде идет, допустим. И у ней создается, ну, свой своеобразный звук. Крупная утка, допустим, шумит так, мелкая свистит. Вот так и высматриваем. В этот раз слух не помог. Утки спрятались на совесть. Боятся опытного стрелка, шутит Сергей. Пострелял просто, чтобы отвести душу. Стрелять в сезон можно сколько угодно. Убить в сутки разрешают не больше 5 уток. В противном случае новый штраф 5000 рублей. Их охотник никогда не платил. Тратит каждый год только 4000 на охотничьи билеты, путевку. Кристина Каширина, Кристина Слепцова, Сергей Захарушкин. Программа «Город».